Приветствую вас. Давайте я сразу, наверное, отвечу вам на вопрос, на ваш. Ага, значит, попробую ответить на него. Настолько, насколько это вообще возможно. В данном случае. Значит, смотрите, молодой человек, он сказал об этом потому и для того, чтобы вы поняли, что ему достаточно сложно воспринимать признание в любви. То есть ему так часто уже признавались в любви, что он испытывает неловкость и не знает, что говорить. Не знает, что говорить, не знает, как себя вести и так далее. То есть он вроде бы просто дружит с людьми. Ну, например, с девочками, да, вот он дружит. Просто вроде бы дружит. А они ему внезапно признаются в любви. А он не знает, что с этим делать. Потому что у него, например, чувства еще не развились. А у девочек, с которыми он общается, они уже развиваются. И он понимает, что они вроде бы ждут от него какого-то ответа, так же, как и вы. А он дать им этого не может. Ему нечего им дать. Он не может дать ответ. Он не может как бы адекватно взаимность изобразить, например. Потому что взаимности он не чувствует. И именно поэтому он вам это и сказал. Что у него такая ситуация была, и неоднократно, к сожалению, и что он просто-напросто не знает, что с этим делать. Другой вопрос, почему вы восприняли это как удар по собственной самооценке, удар по вашей гордости, по самомнению там и так далее. Это другой вопрос. А я могу это понять. Я могу понять, почему вы это восприняли так. Но, тем не менее, это не повод совершенно. Не повод для того, чтобы сразу на человека обижаться. Или думать, что он над вами издевается. Ну, конечно, если до этого не было никаких объективных предпосылок, да, то есть если молодой человек там объективно над вами издевался уже, и да, если он уже над вами издевался, вот, и, соответственно, вы знаете, что он может так себя повести. Это одно. В такой ситуации, конечно, вам можно и нужно вести себя по-другому. Это однозначно. Это безусловно. Вот. Но постарайтесь понять, что если мужчина так себя ведет, то это совсем не повод думать, что он вас сразу как-то там
пытается там, не знаю, задеть там или что-то еще сделать. Вот. Мужчин на самом деле все гораздо проще в этом плане. У мужчин все более логично, и вот мне признаются в любви, да, мне признаются в любви, все, ну вот что понятно, вот такая ситуация произошла. Вот, и он действительно будет недоумевать о том, а вот почему вы так отреагировали, почему вы не поняли его, почему вы обиделись, например, почему вам так вот неприятно стало и так далее. Вот. Ну, так мужчина, женщина не понимает часто. Вот. И это неприятно, конечно, но это правда. И делать, и поделать с этим мало что можно. Поэтому я рекомендую вам не воспринимать его слова как издевательство. Он это сказал просто потому, что в растерянности. Чтобы вы поняли, что почему он не знает, что сказать. Почему он так сразу закрывается. У него уже защитная реакция выработалась, понимаете? Вот. Из-за этого. У него уже защитная реакция появилась, когда ему говорят, что я тебя люблю, там, например, да? Вот, у него защитная реакция появилась, он инстинктивно закрывается от этого. Потому что он чувствует, ага, от меня что-то требуют. От меня что-то хотят, например. Вот. Вот так вот. То есть это вот обязательно нужно понимать. Такой момент. Далее. Далее вы видите, что некоторое время я общалась с молодым человеком. Некоторое время это какое? Месяц, два, может быть больше. Обязательно время уточните. Потому что если, например, прообщались вы с ним, скажем, неделю, и у вас появились чувства, но это скорее ваше восприятие. И это скорее ваша нуждаемость. Ну, в отношениях, в мужчине, рядом с собой и так далее. Это уже, скажем так, психологическая проблема. Именно ваша. Нельзя сказать, что это проблема мужчины. То есть за неделю, в принципе, нормально. Что человек так вот реагирует. Ну а дальше все упирается в его темперамент, в его характер, в его взгляды, в его там страх, может быть, если такой есть. Понимаете? Вот это все нужно учитывать. Если мы говорим именно вот о том, да, что, ну, о том, какие у него к вам чувства, это все нужно учитывать обязательно, обязательно. Далее вы говорите о том, что вам казалось, что вы ему нравитесь. То есть казалось, вы опираетесь на то, что вам кажется. Но то, что вы могли воспринять как симпатию, для мужчины может быть, ну, совершенно нормальным, логичным, совершенно обыденным, дружеским поведением. К сожалению. К сожалению, это так.
То есть вот нужно понимать, что я-то допускаю, что вы думали, что он к вам проявляет симпатию, да, он в действительности там вот всего лишь дружеские какие-то чувства проявлял к вам. То есть я допускаю разницу восприятия. Вот. А вам важно другое, понять, что разница восприятия является ключевой. И что мужчина, он может совершенно иначе все воспринимать. И вам нужно с этим считаться. Вы же исходите из того, что вы ему нравились. И типа вот он такой, ну, негодяй, да, такой плохой, значит, сделал что? Он типа он дал задний ход. Вот, как вы примерно думаете. Но это же не так. То есть мы не можем этого знать. Так это или нет, в том-то и дело, что мы не можем. Может быть так, а может быть и нет. Но пока, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод, что это не так. И получается, что вы приняли желаемое за действительное. Вот. И вопрос в том, почему вы этого желали тогда. Ваше желание — это уже отдельная тема для разговора, которого, безусловно, нужно прорабатывать. Потому что если вы вот так вот свои желания будете продвигать, то проблемы у вас могут быть в отношениях с мужчинами. А вы же этого не хотите, я думаю. Вот. Поэтому тут нужно свои желания осознавать, понимать и правильно удовлетворять. А не вот так пока, как вы это делаете. Вот. Далее. Вы пишете о том, что так, ему часто признаются в любви. Так вот, вы говорите, что поиздеваться и самоутвердиться в очередной раз. Уже были случаи, что он самоутверждался за ваш счет? Или как? Почему вы говорите в очередной раз? Откуда этот очередной раз взялся? Понимаете, вот, на мой взгляд, это важно, чтобы вы, ну, как-то вот для себя определили этот момент. То есть, ну, если он в очередной раз самоутверждается за ваш счет, как вы говорите, так, может быть, и не надо тогда с ним общаться, может быть, и не надо тогда с ним взаимодействовать. Если ситуация складывается вот так вот, негативно, зачем же вы тогда с ним вместе, если вам не нравится, если вам неприятно, если вы знаете, что за счет вас самоутверждается. То есть получается, что вы садист тогда и целенаправленно обрекаете себя на страдания, а это не нужно. Это не нужно. Это неправильно. Понимаете, да? Надеюсь. О чем идет речь. Вот. Так что, вот так. Так вот. И, значит, еще я вам хотел сказать о том, значит, как вам к этому относиться. Как к тому, что волею судеб человеку приходилось сталкиваться с тем, что ему признавались в любви, и что дело не в вас, но пока. Пока вы не сказали, почему он над вами издевался ли объективно. Вот. И, соответственно, вы сказали, что вас это задело. Вот. Тоже
такой, ну, довольно важный момент, да, то есть, если вас задело, то почему? Почему вас это задевает? То есть, задевать, в принципе, ну, не должно задевать. Объективно. Понимаете, да? То есть, вы либо понимаете, что человек вообще к вам никакого отношения не имеет, да, то есть совсем. Вот. Его реакция это вообще не с вами связано. Либо вы по какой-то причине восприняли это на свой счет. Тогда это вопрос о вашей неуверенности. Неуверенности в себе и самооценке. Соответственно. Вот. То есть, что вас задело? Вот, конкретно вас. Что задело? Это важно. Очень важно. Важно. Ну, чтобы вы ответили на этот вопрос. Что вас задело и почему? Потому что, ну, признаюсь ему в любви. Ну и что? А в любви можно по-разному признаваться. Например, можно признаваться в любви так, что вот все, я тебя люблю, я буду теперь с тобой, я имею право на себя, там, и так далее, да? А можно говорить, о, я тебя люблю, я теперь буду стараться там для тебя там что-то делать, там, и так далее, ты мне ничего не должен, просто я счастлив, или счастлива, что ты есть, например. Вот. Это по-разному можно любить. И если мужчина, например, не понимает этого, да, если мужчина не отдает себе отчета в том, что любить можно по-разному. Ну так опять же, понимаете, это проблема так кого в первую очередь? Это его проблема, не ваша. А если у вас проблемы с самооценкой, то это вопрос уже другой, куда более серьезный вопрос самооценки. Но и вопрос самооценки, он и решается иначе. Почему вот вы, например, сами не смогли увидеть, почему вы сами не смогли увидеть то, как относиться к вам, что понадобилась помощь психологов, вот почему так? Просто опять же подумайте на этот вопрос сами, ответьте на него. Вы сами как хотите относиться к этому? Почему вы не знаете и принимаете на свой счет то, что он вам сказал? Каковы причины этого? Я думаю, что ответ и будет для вас тем направлением, куда вам нужно двигаться. Так, отношения до этого дружеские были вроде бы теплые, доверительные, или это, по крайней мере, я их так воспринимал, но с другой стороны, он ведь зачем-то это сказал. Ну, я предлагаю вам больше думать о том, что вы в этой ситуации вообще чувствуете, и что нужно вам, а не о том, для чего он это сказал. Он, может быть, сам сказал, а потом пожалел о том, что сказал, но было уже поздно. Понимаете? Вот. Вы думайте о себе, вы не пытаетесь понять другого человека, это бесполезно, вы думаете о себе в первую очередь. Вот. Почему я это чувствую, почему я так ощущаю, почему я так подумала, почему я так считаю, если мне это не нравится, почему я продолжаю быть в этих отношениях. Вот, о чем нужно думать и спрашивать себя, а не об этом. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку. Желаю вам всего самого доброго и удачи.